И всем привет, с вами Низерам, и мы продолжаем проходить Gex 2 Enter the Gecko. И у нас на очереди последний уровень в игре, практически можно сказать последний. Ризополис. Пройти телевизионный лес или пересечь синие лучи башни Реза. Давайте. Ох ты ж. At least I'm not at the DMV. Добро пожаловать в Ризополис. Пожалуйста, умирайте осторожно. Жесть. В этом уровне никогда не было. Серьезно? Че еще за дум такой? Че за кишки? Опа. Ну, кстати, предметы другие, и музыка другая. Выбора нет. Ползучая штука. А если я сделаю вот так? Ни хрена себе. Я воздух это не замечал. Это гад. Не очень удобно с виду сверху играть. Слишком уж маленький обзор. Оп. Чё, охренел? Какое дело? Я не знаю, тут есть серебряные пульты или нет. По идее, не... да, нет. Поэтому эти штуки можно не собирать. И зря я сюда спускался, я так полагаю. Ну, ядерный чемодан, который мы собирали из жуков, из багов. Когда мы охотились на багов. Ага. Watch me use my tail to kick your butt. Так, куда нам идти-то? Давайте пойдем все-таки сюда. Я не знаю, куда нам идти, где тут развилка будет, потому что два красных пульта. 500 channels and still nothing on. Чё ж такие долгие? Ты жесть, тут еще лабиринт. Можно пропрыгнуть. О, замечательно. Камера прям вовремя изменилась. Ни хрена себе. А назад я могу. Могу. Так. Не думать. Теперь зачем Резу нужны такие работники, которые думать не будут? Сейчас, если, наверное, стоит пойти по течению. Это попроще будет. Ну, кое-где тут есть дырка, которую мы с вами уже встретили. Это спутниковая тарелка. Телевидение Реза. Фига себе, у них там ускорение идет. На крайних точках. А при чем тут кости из исторических миров? Простите, товарищ Рез. Рез, ты упорот. Это что такое?
Это что? Terminator, phone call for a Mr. Terminator. Чё? Понятно. Это был какой-то мозг. Жесть. Media Dimension. Там. It's tail time. А, ну это, как я это и сделал. Такой эпичный уровень, прям аж со своей собственной заставкой. Нихрена себе бронированная хрень. Так, я пойду в эту сторону теперь, значит, скорее всего, здесь где-то есть путь к другому пульту. You are my secret friend. Хорошо, иди в лес. Я куда-то не туда свернул, да? Или... А тут где был поворот-то? Где я туда не свернуть мог? А сюда что ли? Ну, сюда-то сюда. Нет. Здесь у нас эти шипы. Да, там на туда нам надо перепрыгнуть эту хренотень. Конечно, довольно жутковатая. Жутковатый уровень. Кишки такие всюду. Наверное, вот так надо перепрыгивать. Окей. Сейчас я сдохну. Это будет вообще весело. Правильно, почему бы и не сдохнуть? По-моему, не сюда ходил. Да, я не сюда ходил. Ты чё, что так долго спускаешься? Ну, замечать. Отвали, урод, а. О, у меня нож не провалился. Там что-то есть, но мне не очень интересно. Там все-таки, очевидно, надо в эту сторону идти. Вентиляторы, прекращайте. Жесть. На жизнь вернул. Ё-моё. Камера, ты упорота в край. Ни хрена себе ты, Гекс. Гекс, да ты серьезно под батарейкой? А вот и телелес. Короче, иди в лес.
Защитная матрица какая-то. Че, нам этого дебила надо убить, а? На, мне, да, мне по телекам надо прыгать. Ни хрена себе тут заявочка. Да, нормально, на самом деле. Запрыгнул все-таки. Да надо же. Так. По тарелочкам. Козел. Сюда, наверное. Чем бы это ни было. И мне... Камера! Ты... Такая хренотень редкостная, конечно. Я такую тайну ей открыл. Или нам, оказывается, все-таки не сюда. Что вот это за место? Понятно. А какого черта тогда объясните ставить припасы на трубу, на которую нельзя вставать? Объясните мне вот так. Чисто вот по-человечески. Мне просто тупо интересно, на самом деле. Может быть, я отсталый человек, ни хрена не понимаю в этом мире. Но какого же черта? Ждем. Проходим. Ждем. Отходим. Гекстоупорт. У нас такой зеленый кислотный цвет. Где я пошел не так? Мне вот чисто интересно. Вот какого черта на этой трубе есть вещи, или по ней нельзя лазить? Нахрен. Диоксиновая взрывная кола. Давай. Без комментариев. Давай, запрыгивай наверх уже наконец. Дебес. Может быть, здесь что-то? Флятус газ. Отсюда, сюда что ли? Я бы не сказал, что мы сюда. At least I'm not at the DMV. Не сюда. Уф. Серьезно, стоите, мне же сюда. Как же мог кто не догадаться? Как же меня могла смутить от труба, на которую фиг запрыгнешь? Нормально. Ага. Ну ладно. В принципе, не настолько
Все сложно, как я ожидал. Так что... Все нормально. Сохраняемся. Так, сохраняем. Посмотрим, сколько у нас. 98%. Больше у нас тут и не будет. Давайте пойдем для приличия попробуем еще раз забить босса. Я уверен, сейчас у меня... Этот босс у меня вызовет кучу проблем. Но я попробую все-таки его забить. В принципе, он не такой сложный. Я бы сказал, что он вообще не сложный. Как оказалось. Я уже думал, сейчас накосячил, мне придется заново бежать с самого начала комнаты. Тогда бы я это сделал уже вне серии. Канал Z. Победить Реза в финальной битве. Так, нам сейчас удадут муху щит. Там, 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 там. Ты не так пати. Ха-ха-ха. Как-то на упреждение стреляет вообще на жесткое. Чё? Ты чё так быстро? Чайник. Отлично. Чёрт, у меня два удара нанес за одну свою жизнь. А больше не должен получать урона от него. Чё делаешь? Чё ржёшь? Огромная железная муха. Нормально. Прошли. Теперь я завершу гексы на 100%. А что вот этот золотой пульт мне так и не дадут? Да, Рез нам заливает, что типа он наш отец. Он не всегда выглядел так, как сейчас.
и все прочее. Okay then, Dad. How's about we forget all this and go play catch in the yard? Ну, это мы с вами уже видели, концовка. Тут есть еще какой-то секрет в этой игре, я так понял. Не знаю точно, но... Ну, вроде как есть какой-то секрет, поэтому... Я... И посмотрю. Может быть, я его запишу отдельно. Но далеко не факт. А, нет, смотрите. Идеи по поводу монстров. Какие... Это, видимо, чертежи, которые предлагали при разработке. Музыка немножко как-то... На каких-то этих частотах, что на мозг давит немного. Ну, это, которые роняли на нас в мультяшных уровнях. Это жестокая кукла. Это чё? Кстати, мумию, помню, видели. О, этот бесячий. Ниндзя-самурая. Птеродактиль. Это из космических уровней и... Ведра на колесиках. Много ведер, кстати. Такого я что-то не помню. О, Рез. О, музыка, походу, пришла в себя. Ну ж так она выглядит, как она должна выглядеть. Ну, звучит, я имею в виду. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Концепты уровней. Как-то очень быстро проматывается, я не успею даже сообразить ничего. Но это ужасы, видимо. Да. Действительно, как-то очень быстро перематывается. Это космический уровень. Я, кстати, не очень слышу, что он говорит, вообще не очень понимаю. Inheritance from Uncle Izod means no longer having to kiss video game executives' butt. Number 8. Ladies love a gecko's smooth skin and smooth... Логотипы уровней. Number 7. Able to kick Kermit the Frog's butt. Number 6. Perfect star for Hollywood. Already has forked tongue. Босс. Number 5. Ну, все мы эти знаем с вами. TV killer who happens to dress like the Tin Man. Мегарез. То есть этот мехарез, походу, второй босс, судя по этому. Рисунки в журналах. Много, кстати, журналов. Спасибо за игру. Команда Гекс. Ну что ж, на этом мы заканчиваем данное прохождение. Я все-таки решился дойти, пройти игру до конца, хоть и не планировал с самого начала. Некоторые уровни вызвали у меня несколько ожесточенную реакцию. Но в целом, я считаю, что игра вполне себе хороша, несмотря на недостатки в виде камеры и управления. Но в основном, конечно, камера тут немножечко мозг выносила. Ну, как немножечко. Ну, в общем, вы сами видели, как она мне мозг выносила. Кстати, сейчас был мой самый первый опыт вообще игры с ручной камерой. Когда я играл на PlayStation, я почему-то ручную не переносил вообще никак. Ну, а на этом у нас все. Я благодарю всех за внимание. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. И сама игра, надеюсь, тоже понравилась.
Я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих прохождениях.